не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Копоть и сажа, находящаяся в воздухе Кызыла, является настоящей проблемой. Особенно актуальна она становится в зимнее время, когда выпадает снег, который не может долго быть белым. Сажи и копоти на территории города настолько много, что Кызыл находится в рейтинге 20 наиболее экологически загрязненных городов России с уровнем загрязнения очень высокий и самый неблагоприятный. Выброс средней концентрации бензопирены – это самый такой вот канцерогенно очень опасный выброс. Вот. Его ПДК, его содержание превышает в среднем по году 11 раз ПДК. Значит, предельно допустимую концентрацию. А в некоторые дни, там, в январе, там, в декабре, вот они пишут, что зафиксировали максимум 33 раза превышает ПДК содержание вот этого канцерогенного вещества. То же самое сажа. Превышение сажи среднегодовое, так, здесь написано так, в 2,3 раза. Это среднегодовое. А в зимний период, естественно, там показатели совершенно другие, в 2-3 и даже больше раз, наверное, больше. Как отметили на проведенном круглом столе, посвященной теме экологии воздушного пространства Кызыла, загрязнение атмосферы столицы происходит выбросами Кызылской ТЭЦ и частного сектора. Четко не прописано, что какую систему отопления гражданин и строительства должен пользоваться. Получает разрешение на строительство и все. Он строит и по своим возможностям он ставит, какую может и какую финансовую возможность у него имеется, он может такую систему поставить. Как сообщил министр, помимо частного сектора ухудшает ситуацию и малые котельные, разбросанные в разных частях Кызыла. Всего их в столице 106. За 2017 год проверкам, в том числе и внеплановым, подверглись 82 малые котельные. Министерством природных ресурсов ведется учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Вот так на территории города Кызыла в реестре объектов состоят 106 котельных, из них 39 владельцам выданы разрешения на выбросы загрязняющих веществ. В отношении хозяйствующих субъектов, не имеющих разрешения на выбросы, прокуратура города Кызыла проводятся проверки. Так, в отношении 7 хозяйствующих субъектов приняты меры административного характера. Экологическая обстановка воздушного бассейна Кызыла влияет и на здоровье горожан. Как отметила в своем докладе главный врач республиканского онкологического диспансера Алевтина Швитол, за последние 5 лет у кызылчан фиксируются серьезные проблемы, связанные с заболеваниями органов дыхания. Более конкретно я как онколог остановлюсь по заболеваемости и смертности от рака легкого города Кызыла за период, мы анализировали за 5 лет, с 2013-2018 год. За 5 лет количество заболевших стабильно увеличивается по целыми по республике Тыва и по городу Кызылу. По городу Кызылу за 5 лет прирост составил 38%. А по Российской Федерации, если взять за 5 лет, темп прироста всего до 5%. А по республике у нас на 23%. В ходе совещания каждый участник мог выразить свое видение в решении вопроса охраны окружающей среды столицы. В первую очередь, следующий какой-то этап можно, чем Ильич он уже предлагает, энергетические расчеты по некоторым, возможностям использования солнечной энергии, преобразования ее в тепловую энергию. Вот это вот исследование обязательно необходимо, потому что мы должны, прежде чем с нашим углем бороться, у населения нет других источников образования тепловой энергии. Поэтому очистные, хотя бы в частным домам можно же эти дела принять, после народного пробирование что-то, хотя бы там какие-то сетки одевать на свои, эти трубы частные, частных домов. Решение проблемы снижения количества сажи в воздухе усугубляет и само расположение Кызыла, так как котлован накапливает находящиеся в атмосфере вредные элементы и не позволяет им рассеиваться.
Участники круглого стола пришли к выводу, что улучшить экологическую ситуацию Кызыла можно двумя способами. Первое – это газификация, второе – переход на другое топливо, например, на брикетированный уголь. Решение и первого, и второго вопроса остается открытым до неопределенного времени. Вывоз снега из частного сектора – прямая обязанность его жителей, сообщает столичная мэрия. Уже сейчас некоторые жители частных домов выносят собранный снег прямо на проезжую часть. Согласно правилам благоустройства города, это является нарушением, за которое предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В лучшем случае – предупреждение. Предусмотрены штрафные санкции в отношении должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 20 до 50 тысяч. В отдаленных районах России начинается досрочное голосование на выборах президента, которое может проводиться не ранее, чем за 20 дней до выборов. По рекомендации избиркома Тувы, в эти дни досрочное голосование начинается в труднодоступных и отдаленных местностях Сутхольского, Тоженского и Чахольского районов. Исполнить свой гражданский долг смогут около 600 избирателей. Активная фаза досрочного голосования начнется после 10 марта. Труднодоступные местности, где проживают избиратели, есть практически в каждом муниципалитете. Это Байтагинский, Барунхемчикский, Дзунхемчикский, Кахемский, Кызылский, Мангунтайгинский, Авюрский, Пихемский, Тандынский, Терехольский, Тесхемский, Тулжинский, Улухемский, Чахольский и Эрзинский районы. По данным избирательной комиссии Тувы, всего досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях республики может охватить около 5600 избирателей. Это работники вахтового метода, чабаны, оленеводы, работники охотхозяйств, золотодобытчики, военные и так далее. В этот период используются переносные опломбированные ящики для голосования. По окончании досрочного голосования ящики опечатываются и открываются только при подсчете голосов на соответствующем участке по завершении дня выборов. Регионы России получат финансовую помощь на реализацию закона о повышении минимального размера оплаты труда, заявил сегодня на заседании профильного комитета Совета Федерации министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Дополнительная финансовая помощь субъектам Федерации составляет 20 миллиардов рублей. Президентский закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума был принят Госдумой 16 февраля. Согласно этому документу, 1 мая 2018 года МРОТ составит 11 163 рубля в месяц, что соответствует размеру прожиточного минимума трудоспособного населения. Новые нормы затронут порядка 3 миллионов человек, из них более половины трудятся в государственных и муниципальных учреждениях. И о курсах валют: доллар стоит 55 рублей 92 копейки, евро 68 рублей 92 копейки. Все. Сыналом открыт. Кызыл. Интернациональная 112. Третьего марта в 18 часов в Национальном театре состоится творческий вечер актрисы театра Айзана Чалбагол. Частым билей. Чалап турмен. Билеты в кассе театра 2-11-41. Бульдоштун ежиктери. Кандай бұжык сілерінің әт сәвенеріні бүзірілді камғалар ежиктер. Верной арсенал компаниясында пар. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. В
текущем году Министерством здравоохранения Тувы принято решение продолжить реализацию проекта «Бережливая поликлиника» среди районных медицинских учреждений с основным акцентом на детские поликлиники. В проекте примут участие 20 медорганизаций республики, оказывающих первую медицинскую помощь взрослому и детскому населению. Основными направлениями проекта являются организация работы регистратуры, приема врача на основе электронного расписания, профосмотров, диспансеризации населения и распределение потоков пациентов медицинской организации. Важный момент – организация рабочего места по принципу 5С-технологии. Сортируй, стандартизируй, совершенствуйся, соблюдай порядок и соблюдай чистоту. О необходимости акцентировать внимание на совершенствовании детских поликлиник в ходе реализации проекта заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Сегодня в 4-й школе Кызыла состоялось торжественное открытие фотостудии и кабинетов парикмахерского дела для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект предпрофессиональной подготовки детей с ОВЗ реализован Министерством образования Тувы на выделенный нашей республике грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сумма материальной помощи составила 540 тысяч рублей. Всего искусству фотографии и парикмахерскому делу обучат 130 детей. На сегодняшний момент оборудование получено, монтировано, готово к использованию. 6 педагогов обучены к профессиональной подготовке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. И теперь в ближайшее время, в течение месяца, начнутся занятия по предпрофессиональной подготовке. Министерство обороны России выбрало Туву для проведения отборочного этапа военного ралли всеармейских соревнований и ряда мероприятий в рамках армейских международных игр 2018. Где именно пройдет трасса гонки на боевых машинах, пока неизвестно. В военном ралли примут участие 7 команд – Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также команды Северного флота, ВДВ и Росгвардии. На основе этого конкурса будет сформирована сборная, которой предстоит защищать честь вооруженных сил России в аналогичных соревнованиях армейские международные игры этого года, которые пройдут также в Туве, но уже в августе, в преддверии Надыма. Именно в Туве впервые за историю военного ралли будет участвовать бронированная техника, а именно бронеавтомобиль «Тигр». Соревноваться командам предстоит в 3 этапа – индивидуальной гонки, гонки с преследованием и командной гонки. Отмечается, что в 2017 году этот конкурс проводился на территории сразу 3 регионов страны – Волгоградской, Астраханской, области и Республики Калмыкия. Что касается армейских международных игр, то пока состав стран, которые заявят свои команды на участие в соревнованиях, неизвестен. Приглашения направлены более 50 государствам. В Кызыле прошли соревнования по хоккею среди молодежи 24 и 25 февраля на протоке Национального парка культуры и отдыха Тувы проведено открытое первенство города Кызыла по хоккею «Молодежка», посвященное Дню защитника Отечества. Активное участие приняли 9 команд со всей Тувы. Общее количество спортсменов – 154. Общий охват зрителей – около 1500 человек. По итогам соревнований 3-е место заняла команда «Байтал», 2-е место у команды «Актурук», 1-е место присудили команде «Баром». Призеры и победители были награждены грамотами, медалями и денежными призами от Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Кызыла. Также специальные призы вручены лучшим хоккеистам. Thank you.
В ближайшие сутки в Кызыле ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью минус 18, минус 20 градусов, днем минус 9, минус 11.